рабочий день, завод работал в штатном режиме, никаких волнений не было, был просто простой. Я обещал людям зарплату в пятницу, там по техническим причинам по банку они не прошли, перенесли на понедельник, из-за этого вот весь сырбор. Ну, там уже получилось, из одного банка ушли, в другой не поступили, я не знаю почему и так далее, поэтому сейчас разбираться уже тяжело. Таких случаев вот за столько лет это первый раз.